Не растет ММР? Заходи на AnyLevel, сервис номер один в мире по бусту рейтинга и продаже готовых аккаунтов в Dota 2. Здесь ты можешь заказать буст рейтинга по доступным ценам и следить за прогрессом прямо на сайте. В команде работают только верифицированные и специально обученные бустеры, которые соблюдают рекомендации по безопасности и легко забустят тебя до 8000 ММР. Более того, на сайте всегда большое количество готовых аккаунтов от 1 до 8000 ММР с детальным описанием и моментальным получением. А если у тебя завалялся ненужный аккаунт Dota 2, CSGO или Faceit, просто оставляй заявку и гарантированно получи выплату на свою банковскую карту. Увидимся на AnyLevel. Еще в тильте пошел ММ играть. Блядь, просто я вообще по-другому представлял игру. Я вообще не думал, что, блядь... Опять же, как, блядь, тоже вот пиздец. У них два чела 10 тысяч ПТС во оффлейне. И, блядь... Ну, это не 3000 ПТС. У нее не 3000 ПТС. Вот у Лукей, блядь, иконка. Что это, блядь? Легенда 1. Вот это 3000 ПТС. Что это такое? У нее диван 4, блядь. Беру морфа. Big block spawn, please. Транш крит. Да. Я не хочу танчить скрипов. Тесла. Два брейсера. Лотос. Или он не фолловится почему-то? Ранен. Да блять, ну блять! Что, он опять настолько все плохо в боте, что, блять, у него есть время этим заниматься на расте? Почему он левел 5? Чил. Кто-то уже подрался. У меня какой-то гений на бестмастере. Просто рэмпэдж делает, пиздец. Бля, вот это меня нормально так проводит. Ну ладно. Только убьем его. Леон? Реакшн тайм задерживается у Леона немного.
На самом деле, блядь, вообще не предик... не предиктабл мув, что они здесь пятером, короче. О, центра нет, он просто на халяву катал, давай. Пойдем. Гараж, гараж. Гайз, гараж, асфальт. Ладно. 23 февраля, ой, января, день позора. Бля, ебать, враги гении, я не знаю. Как они так быстро это сделали? То есть, типа, пока он бил на Муэрте, они уже с маке бежали на меня, я даже этого не заметил. Угу. Скорее всего так. Скорее всего так. Бля, ну я руиню, конечно, знатно. Но мне в этой игре БКБ надо. А не ханда. А то ханда моя будет в очке. Бля, какой раз, на самом деле, не играя с линкой, понимаю, что линка не особо пиздатая шмотка. Ну, как будто бы ты не сильный с ней совсем. Как будто бы Владик всегда пизже. И если у тебя нужна игра, ну, типа линка, то линку надо позже забирать. Вот к таким я вещам пришел. Просто сейчас в линии особо не поиграешь. Как раньше, это неэффективно просто. Бля, там Аегис. Аегис здесь. Бля, я не понимаю, он играет на бестмастере и не умеет сплитпушить или что? Что еще, блядь, на этом герое делать, кроме того, как сплитпушить, блядь? Нахуй он дерется-то с ними, блядь, постоянно. 1 в 5. Нихуя он меня въебал. Я думал, меня уже не цепануть. Может, на развороте подеремся. А, Бис не хочет играть, да? Бля, был бы он здесь с Рором, мы бы игру выиграли. Ладно, я сам зарунил эту игру, я ничего не буду говорить на него. Но вот конкретно просто в данный момент. Ебать! Они все от глифа умерли. Так они еще влетят по-любому, потому что без мастера. Ух ты.
А че он не бьет Т3? А, там типа раз, снайки просто. Линкен. Бля, ну куда он на Леоне идет? Бля, мы же на варде, ну вот. Нахуй, блядь, нахуй его ставить тогда, я не понимаю. Если, блядь, бежать вот сюда, блядь. Пешком. Грусть, печаль и разочарование. Бля, как он меня увидел, нахуй? На, нахуй. Ёбаная раста. Мы четверым проиграли. Бля, это как после луза, блядь, на стримерс батле, это как гвоздь в крышку гроба, нахуй, для меня. Вот этот паблик. Ебануться. Гоу. Нихуя. Unforgettable. Так, кайт, Эмбер. Бля, Эмбер умер. Я думал, мы с ним подохнем. Из-за Егиса. Бля, Дарксир меня ебёт. Нихуя не сделать. А там Линка. А Дартайгером. Что нам делать? Рэд Верс любим. ГГ сори. Заруинил. Так.